Кинотеатр, музей, библиотека и новый зал бракосочетаний в одном здании. В поселке Ивня готовится к открытию культурно-общественный центр. Композиция «Зимняя сказка» от староскольской мастерицы Оксаны Рощупкиной взяла награду на всероссийском конкурсе. В итоге традиционная глиняная игрушка обрела новый образ. В связи с кризисом губернатор области решил производить айфоны в короче. Покупайте карачанские яблочки. О кризисе рубля с юмором белгородские КВНщики высмеяли острые темы. Лучше всего это удалось команде одного из самых крупных предприятий региона. Финальная игра областной лиги «Белобылсмех» преподнесла много сюрпризов зрителям и игрокам.